Доброе утро. Я уже позавтракала. Посуду помыла. Сейчас стою, разбираю. Вот. Машинка стирается. У меня беда с машинкой в том, что, в общем, она у нас вот так стоит. Мы хотели в стенке дырку делать, чтобы вот туда вода уходила. У нас вот тут вот стоит. Но я подумала, зачем в стенке дырку делать, когда можно вот сюда ее провести, вот шланг. Ну, в общем, он вот тут вот так вот был нацеплен. И вот сюда. И пару раз у меня доходило до того... Вот, кстати, вода течет, смотрите, видите? Видите? Вода не останавливается. Она течет и течет и течет. У меня так два раза. Представляете, какой мне счет прийти может? За воду, потому что хорошо, хоть машинка сама останавливалась. В общем, пипец какой-то. Но муж посмотрит. Он сказал, знает, что там сломалось. Но у меня уже была стирка. Еще не знаю, что она не останавливается. Вот так... Вода в ней течет, и течет, и течет. И течет в трубу. И вот стою, жду, когда она постирает, чтобы вот так вот шланг держать. Чем выше держишь, тем, ну вы, наверное, знаете, тем лучше, он не стекает. А так вот, блин, задолбал. Так вот. Не знаю, что с ним. Так вот, вот такие дела. Так вроде не течет. Я специально ее достала оттуда, из этой дырки, чтобы смотреть, течет вода или нет. Так капает понемножку. Как хочется жить, жить. Я, наверное, ее остановлю, и когда приду, что-то пятно какое-то. И когда приду, уже достираю. Потому что что-то, знаете, уже два раза было, что вода текла, что у меня охота, чтобы еще что-то так было. В общем, ладно, идем гулять. Гулять. Муж уже ушел с Чарли на улицу. На улице у нас хорошая погода, за исключением того, что пасмурно. А сейчас все увидите. На пляж едем, как всегда. Я, кстати, полкило скинула с этими желудочными расстройствами. Представляете, вчера еще, сегодня уже ничего не болит, вроде бы как стою. А сама... А вчера пришлось тоже таблеточки, парочку выпить. А сегодня вроде бы нормалек. Моя сумочка. Я себе скачала аудиокнигу. Никогда не слушала аудиокниги. Но тут что-то мне песни я не очень люблю по дороге. Вот. Сама что хочешь спою. И скачала себе аудиокнигу. Вроде бы интересно. Можно послушать. Ах, как хочется жить. Так, камера в руке. Телефон в сумке. В телефоне у меня всегда права. Вот сюда, под чехлом. Кто так делает, рассказывайте. Обычно там деньги хранят, а у меня права. Потому что, знаете, бывает, телефон всегда, кошелек он мне зачем нужен-то. Так, Чарлину не взял. О, нормально. Эту не взял, зато взял поводок. Не знаю, брать ли кепку. Там вроде как не особо солнце светит. Возьму, да? А то еще голову мою не печет. Больную. Ну все, пошлите гулять.
зашла домой. Муж уехал пить пиво, как всегда, и есть тапы с сестрами. Я не захотела, да мой желудок еще не готов принимать пищу сомнительного происхождения. Ну, не сомнительного, конечно, но все равно пить пиво и есть тапы все подряд. В общем, желудок мой еще не готов к этому. У нас сосед с той стороны купил себе, знаете, сейчас такие есть, то ли велик, то ли не велик, такие с такими колесами здоровыми, электрический. То есть там ничего не надо крутить, просто как садишься на него. И вот он с этим великом, я не знаю, дня три уже. И туда, и сюда, и не ту, и никуда, как говорится. Блин, цветок надо срочно пересаживать. Завтра куплю, наверное, это. И вот он с ним, с этим велосипедом носится по как это назвать-то? По этому, по коридору. Уже какой день? Третий, наверное. Как дурачок, честное слово. Он мужик, у него двое детей уже взрослые. Ну, как взрослые, по 10 лет, наверное. А он как дурак с этим велосипедом вот тут вот носится. Я не знаю, как он его занес, потому что он такой громадный. Мы вот когда мебель выбирали, там как раз привезли на продажу такой... Я даже не знаю, как его назвать. Велик, не велик. И мы хотели спросить цену, но она говорит, его только привезли, мы даже не знаем, сколько он стоит. И вот такие вот пироги. Я пойду, сейчас у меня крошка есть. Я крошку себе сделаю на кефире. Будет мне счастье. А Пио говорит, поехали. И погода такая, знаете, какая-то, как вроде бы спать охота, что ли. Еще вообще непонятно что-то. Я сегодня встала в 10 часов, представляете? В 10. И то мне казалось, что слишком рано, думаю, часов 8. Открываю глаза, там уже 10. Я сегодня переспала. Пойду кушать. А крошечку? Сегодня праздник, Троица, ничего делать нельзя, ну, вроде бы как. Но я думаю, что если я посажу, пересажу цветы, то это только к лучшему, потому что, ну, вроде как, жизнь, да, дается. Во-первых, розы мои хиреют совсем. Они на балконе стояли от сиднего ветра, то ли пересушились, то ли что. В общем, я их хочу пересадить, вернее, я уже почти пересадила. Вот в такой горшок, осталось только досыпать земли. И вот этот вот цветочек, который я стырила его, там вот у соседки дал корень такой. Я тоже хочу его посадить вот в этот горшочек, чтобы он там рос. И он дает хорошие, классные цветы, красивые. Вот, я пойду наверх и все это землей засыплю. Но мне кажется, это только к лучшему. Несмотря, что сегодня Троица. С праздником поздравлять, ну как-то надо было вчера поздравить, да? Но я вчера очухалась только когда... Очухалась, наверное, нормально очухалась. Потому что меня начали поздравлять рано. Ну, не в этом дело. Я думаю, не такое уж это грешное дело пересадить цветы, и чтобы они цвели и расцветали. Вот смотрите, видите, новые побеги начинают расти. А это вот, видимо, от ветра, так как они у меня стояли на это. Побеги-то растут, видите, вот тут тоже. Вот он. Я решила, чтобы его не мучить, пересажу, и пускай он растет красивый. Правда? Правда. Почему бы нет? Пересадила цветочки, заодно террасу помыла. У меня тут все чистенько. Цветочек полила. Сама чуть ли не искупалась. В общем, все дела сделала. Так классно, я так люблю водой поливать. Потом счет придет, я вам скажу. Обычно мы за 3 месяца за воду платим где-то 60 евро. Ну, грубо говоря, 20 евро в месяц. За воду. Мои цветочки, смотрите, там стоят, видите? Так что вот посмотрю. Че почем? Все шашлыки жарят на улице, видите? Там соседка тоже жарит. Наверное, белье-то уже и высохло. Там тоже. А вот у нас тут сосед, смотрите, целый этаж пристраивает себе. Ой, высохло все, смотрите, как здорово. Но я пока поливала, тут немного задела. Пускай еще висит. Видите, какой надстраивает. Наверное, неделю целую. Мне вот это тоже надо разобрать. Но неохота. Еще у меня земля закончилась. Пойду список сделаю, потому что мне нужно в китайский съездить, купить один горшок побольше. А зачем? А, для цветка, который тоже нужно пересадить. Вот. И что-то еще мне нужно. В китайском вот уже забыла. Так что надо, когда вспомню, список надо. Несмотря на то, что солнца нет, но все равно смотреть как-то неудобно. О, что-то у меня тут шевелится. Сережка, наверное. В общем, вот такие дела.
Пойду дальше смотреть сериал. Смотрю «Сотню». Очень нравится. Хорошо, что там 6 сезонов. Лафа. Ну, не дура, взяла такой отросток, оторвала. Вообще, я вчера вон там еще больше оторвала вот эти отростки, потому что они росли буквально прям вот тут. А вот отсюда оно мне не надо, чтобы оно росло. Оно мне надо, чтобы не росло вверх. И вот тут, вот видите, вот на этом черенке, но вы не видите, потому что фокуса нет, он начинает расти. Вот тут прям. Ну, поверьте мне на слово. Блин, ну это большой, я его как бы хотела, их не хотела вчера отрезать, а оторвать. Ну, видите, сам оторвался. Ну ладно, пускай этот растет. Не, ну твою мать. Ну там еще много растет вот тут. Надо быть поаккуратнее с фикусом моим. Потому что он же не должен из ствола вот этого срасти. Он должен вот тут, вот так вот вверх расти красиво. А тут, если он будет расти, то это некрасиво. В общем, вы поняли, да? Этот у меня тоже растет хорошо, пальмочка. Я пока цветы все сюда поставила. Моя фиалочка. Может быть, все-таки она мне зацветет. Хотя, говорят, горшок большой. Ну, вроде как и небольшой этот, не знаю. Зато вот, декабрист растет, ему все пофигу. Видите, сколько много всяких. Правда, у меня муж тоже окромсал половину, блин. Тут разбирался, типа того, и сломал мне половину. Такие вот дела. Обрезала все цветочки, которые вот сухие были. Горшочек надо убрать, вот этот маленький. В общем, растут цветы, растут. Смотрите, пью холодный чай. Купила вот такой вот от марки Помпадур. Не помню, то ли Алькампо, то ли Меркадона. Кстати, очень вкусный. Нет. Это я купила в Лидле, там предложения такие были. Но я думаю, что он везде продается. Я купила вот зеленый чай с маракуйей. Здесь, значит, нет ни сахара, ничего. И состав вроде бы, знаете, неплохой. Здесь вот каждый пакетик. Ну, знаете, что здесь находится? В общем, зеленый чай, сладкие листья... Сарсамора какая-то, не знаю, что такое сарсамора. И вкус маракуйи. И сок гранулированный, тоже маракуйи. Фрута де ла пансион, это маракуйя, тоже так называется. В общем, знаете, неплохой. Вот воду добавляешь в холодную 15 градусов. Можно лед добавить. И вот 5 минут, как обычный чай, он там... Типа заваривается, и вот такой классный чай получается. Без сахара, без всего, и также без всяких этих сахарин. Только вот листья вот этой вот какой-то сарсамора. Что такое сарсамора, надо в интернете посмотреть. Был еще черный чай с лимоном, но я вот почему-то захотела зеленый с маракуйей. Довольно-таки интересный и вкусный. Кто вот любит всякие чаи, а на лето вообще супер. Всем советую. Марка Помпадур. Вообще классный. Главное, что без сахара. Можно хоть обпиться. И калорий, смотрите. 5 килокалорий. 200 грамм, 5 килокалорий. В общем, можно пить. Хоть обпиться. 18 пакетиков. Нормально. Что-то стоило евро с чем-то. Евро 50, евро 60, вот так где-то. Но для 18 пакетиков вообще суперски. Угу. Я уже голову помыла, сделала масочки, херасочки.
В общем, я долго думала, чтобы мне на завтра приготовить. И вспомнила, что у меня есть рыба. Я на днях покупала лосось же. Вот. Рыба, авокадо, Филадельфия, листы нори. Все в порядке. Знаете, что ли, только огурца нету, блин. Ну, ты где его теперь возьмешь? Рис отварила. Буду без огурца. Конечно, с огурцом-то вкуснее. Посыплю этим кунжутом. Рис сварила. Все как надо. Буду делать суши на завтра. Вкусняцкое. А у мужа там есть мясо. И пожарим ему картошки. Мы жареную картошку хоть каждый день подавай. Так что вот так вот у меня на завтра будет вкусняшка. Обожаю суши. А вы любите суши? Я бы готова их есть каждый божий день. Вот такие суши у меня получились. Это даже в пленке будет так и лежать с кунжутом. А эти вот на завтра. Ну, это дня на два мне, потому что куда мне столько много. Такая вкусняшка у меня завтра будет. Соевый соус у меня есть. Ням-ням. Зря огурцов не было. С огурцом намного вкуснее. Что-то сегодня ласточка, а вон летают, кричат. И дети тоже кричат. Руки рыбы пахнут от моих суш. Вот так вот, захотела вам сегодня с вами попрощаться. Вот так, да, ласточки тут летают. И потом какают у меня на террасе. Так что встретимся с вами завтра. Всем удачной рабочей недели. Продуктивный или хорошего отпуска, что там у вас, не знаю. А я пойду смотреть «Последний герой», у меня сегодня по плану. Так что все, до завтра и пока-пока.